Аюрбитс. Основное показание этого препарата – это проблемы крови, а значит сосудистые и сердечные проблемы. Особенно он полезен людям с повышенным весом, с повышенным холестерином или людям, которые имеют тенденции к повышению холестерина. Это факторы, которые сгущают кровь, уплотняют сосудистую стенку, в тяжелых случаях дают образование атеросклеротических бляшек. И этот препарат разжижает кровь, уменьшает холестерин в крови. В первую очередь полезен людям с доминирующей капхой или же с дисбалансами капхи.